коде будет выбираться, допустим, дается выбор из двух слов, и если одно из этих слов содержится в цикле, то выдается сообщение, что нужно использовать другой вариант. Если не содержится, то выводится сообщение, что вы можете использовать. К примеру, диетический рецепт. Пицца, в которой содержится мясо и сыр. Если в пицце содержатся эти два ингредиента, то выводить сообщение, что нужна вегетарианская пицца. Если не содержится мясо и сыр, эти два слова, в пицце, то тогда можешь взять что-то другое. То есть это выявляет содержание в слове, в предложении, если ты хочешь отобрать себе диету, по которой ты хочешь, чтобы у тебя была. Здесь не нужна функция.
Можно и строчку писать обязательно. Выдала тыка веган пицца, потому что мид или чиз содержится в пицце. Если я поставлю здесь tomato, чиз содержится, если я поставлю здесь Take pizza. То есть не содержится ни мясо, ни сыр. Значит, нужно взять другую пиццу.